Давно не была в ГУМе, а там весна. А сегодня мы ознакомимся с коллекцией «Уикенд» Макс Мары. Платье с крупным украшением, сумка через плечо на широком ремне, и оттуда джинсы. Прекрасный выбор. А вот еще посмотрите, соломенная шляпа и такой костюм пижамка, удлиненная кофта. И посмотрим на аксессуары. Шляпы с полями, но не такими широкими. Маленькие сумки. Вот эта коллекция называется «Эгейское море». Безумно мне понравилось. Просто безумно. Вот такие шарфы. Нарядная сумка и нарядные такие босоножки. Какая красивая кружевная сумка. А вот какие нам украшения предлагают. Замечательно, как жель. Обратите внимание на сумки-кошельки. Очень интересная форма. Меховые. А эта коллекция называется «Африка». Посмотрите, какие замечательные вещи. И все тенденции моды здесь. И рисунки африканские в разных интерпретациях. И посмотрите, даже свитера крупной вязки из хлопчатобумажной. Юбки вот такие вот замечательные. Совершенно замечательные. Ну и, конечно, рубашки. Посмотрите, бусы Макс Мара, аппликации на майки, которые можно сделать самим, а купить это на Алиэкспресс. И вот такие юбки, которые были когда-то в моде, но можно шить и самим. Thank you.
сейчас мы с вами увидим сумки Фурла, которые отличаются оригинальным и непосредственным стилем. Такое сочетание в аксессуарах найти довольно сложно, особенно если их производитель – бренд с мировым именем. Фурла – это аксессуары люксовского сегмента, всегда опережающие тренды. Марка справедливо считается одним из законодателей в мире моды, а сумочки с заветным логотипом – мечта любой модницы. Фурла – это итальянский бренд. Один из немногих брендов класса люкс, которые не перенесли свое производство в Китай, а в создании аксессуаров используют традиционные старинные способы выделки кожи, неизменно оригинальной и его молодежной линейки, для создания которых используются самые новые современные материалы. А вот вы очень модном магазине Фурла. Посмотрите, что она нам рекомендует носить. Эти сумочки, они как театральные, очень маленькие. Сейчас это очень модно. И посмотрите, какие у них большие широкие ремешки. Вот у меня подружка очень любит эту фирму и постоянно ее покупает. И, в принципе, это вот к любому летнему платью, но сейчас весна, лето, это то, что надо, то, что всем необходимо. Посмотрите, какая красота. Аппликации и всякие фигурки, они считаются праздничные, да? Туалет вечерний или как? Мюллер. Мюллер? Можно назвать, пожалуйста, на вечер. На вечер, понятно, да. Ну, они все как кэжуал стиль. Вот это вот очень модные ручки. Очень модные. И посмотрите, ну да, бежевая сумка, бежевые ручки, но вот красные на ней. Ой, это мой любимый стиль, вот это мне очень нравится. Там еще сейчас другие посмотрим, но вот это мне очень нравится. Замечательные босоножки. Ой, объясните мне еще раз, вот для чего вот эти штучки? Покажите мне. Вот так. Да, вот это отстегивается. Отстегивается. Ой, какая прелесть. Ну, это вообще как сначала мобильники стали, теперь сумки такие. Ну, это вообще под любой туалет берешь. Потрясающе, просто потрясающе. Ох, как интересно. Правильно, для того, чтобы мы развивали свою фантазию, чтобы все комбинировали. Молодцы. Девочки всю жизнь, даже куклы были маленькие, да, мы на них наряды одевали. Теперь, пожалуйста, сначала телефоны, теперь вот сумки. Вообще идея классная. Это модель Метрополис, салон со съемной. $8000 и кожа, да? Кожа, и здесь также замш. Угу. Получается, брать с этим набором 18,8, 26 тысяч рублей получится. Какие ремешки большие. Сейчас очень модные широкие ремни. Они стоят около 9 тысяч. И также платок можно подобрать.
и тоже менять на любую сумку, на любое настроение. Спасибо, вот такие очки модные. Ну, то есть комбинировать, играть. Ой, какая прелесть, обожаю. Руки такие большие, ремни, это очень модно. Дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. И если вам понравился фильм, то ставьте, пожалуйста, лайки. А если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. И я жду вас, как всегда, на своем канале «Мария Великотная». До встречи! Замечательного дня!